Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. На этот раз пришло опять платье. Дошло оно где-то дней за 20-25. Чуть давайте распакуем, посмотрим. Пришло летнее платье. Подобное платье уже нам приходило. Решили заказать еще одно подобное. Ну, если не ошибаюсь, если не перепутал треки. Перепутал. А, что со мной сегодня? Так. Какой-то цвет блок, не знаю, может такой заказывал. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас у жены спросим. Так, что мы имеем? Ну да. В принципе, точно такое же платье. Ну, только цвет другой. Ну, так все аккуратненько прошито, в принципе. Не пахнет. Хотя нет, пахнет. Все-таки пахнет. Ну, здесь у нас ниточки торчат, но это все фигня. Сейчас спросим у жены. Сейчас вернусь. Жена сказала на хорошее платье, в принципе. Как получается, предыдущее платье было чуть-чуть даже поменьше, хотя один и тот же размер заказывали. Я не помню, может даже у разных китайцев, у разных продавцов. Платье, в принципе, неплохое, ровненькое. То есть швы все хорошо, приятное тело довольно-таки. Ну, чисто летнее платье, ну, коротенькое, чуть выше колен получается. Вот, что еще? Ну, цена его копеечная, цена 300 рублей, и это, я думаю, что не цена для такого платья, в принципе, чтобы поносить его на вечер, там, даже не на вечер, да, днем носить, когда жарко, думаю, отлично вообще. Так что ссылки будут в описании. Можете заказывать. Всем спасибо. Всем пока.